что ли? Здорово. Ну все, начинаем работать. Делаем водосток. Все, держатели прикрутили, так-сяк, сейчас это, желоба, и все готово. Желоба, желоба. Так, смотрите, труба. Чуть-чуть красноватая вот эта, две трубы. Когда я их пилил, они не плавились. А вот эта рыжая, оранжевая, она плавится как бы. И вот эта, я думаю, что она вот так не свернется. А вот эта чуть-чуть сворачивается. А серую вообще не берите. Серая вот так вот свернется и все. Труба канализационная. Блин, так я что-то тупишки поел опять. Надо мне железо-то отпилить. А то она далеко выставляется-то. Сейчас полезем на крышу отпиливать.
Ну что, все разметили. Сейчас отпилим. Ну что, все отпилили. Сейчас все как надо. Как должно быть. Металлолом сдавать будем. Во. Теперь точно все готово. Водосток готов. Как раз хватило. Все, теперь можно заливать двор. Вон с этой стороны у меня не хватило в прошлый раз. А сейчас целиком ставим и все. Все готово. Так, ну что, сейчас вот эти железяки убираем, бочку убираем. Это все не нужно нам уже. Землю навозил, поэтому железо положил. Крыши капало, и все это опять канава появлялась. Шифер приподнять, потом можно будет заливать. Вот чтобы во двор вода не бежала, у меня здесь снаружи вот нарощено. Земля. А там ниже, внутри ниже получается.
все подняли. Сейчас можно точно все заливать. Пообедали. Сейчас семечки погрызем, кваса попьем. Вкусно-то как. Все, сил набрались. И вперед. Месить бетон и заливать. О, 5 замесов сделал и разравниваем. Ну что, вот вчера залил, подсохло уже маленько, схватилось 15 замесов, и сегодня идет дождь. Дождь будет целый день, наверное. Вот такие дела. Еще дофига.